А я отправила своих на прогулку. Всем привет. И иду, вечерняя прогулка у них. Нашла ВТБ, купила продукты. Лучше дома уборку сделаю, позанимаюсь, понимаете? Немножко, чем время тратить. Я пришла домой, а дома никого нет. Это так непривычно, ребята. Это так уже, знаете, как-то очень даже грустненько. Блин, ну на голову помыть. Сейчас этим займусь. Очень грустно. Итак, покупки ВТБ на 300... Блин, сейчас скажу. ₽303. Олия. Раз. Олия. Два. На запас взяла просто. Потом яйца. Они небольшие, белые. 26 гривен стоит десяток. Потом, только никому не говорите, взяла суп. Готовы уже попробовать. Я когда-то покупала гороховый, по-моему. Ева сходит с ума. Сейчас получишь. Покупала гороховый, такое. Все равно я добавляла картошку, перец делала, зажарку. Короче, делала все по-своему, просто не использовала. Я вообще такая злая. А это суп харчо, традиционный. 8 порций, 2 литра супа. Попробую, сделаю, скажу вам, как он. Ну, как бы, я знаю, что многие покупают в этих брикетах и делают. Но я всегда желаю сама приготовить. Просто ради прикола спрошу у Юры, как его. Купила печенье вот такое простое. И вот такое простое. Это будет тортик, как мама мне привозила. Я буду делать, стараться. Поэтому купила йогурт для этого тортика. 3 упаковки. Это самый дешевый йогурт. Стоил он 13 гривен. Купила кефир. Тоже кое-что попробовать, поэкспериментировать. Так, кефир я не пью, вообще не люблю. Желатин. Желатин уже 20 гривен стоит. Может, он так и стоил, не знаю. Но как-то это не супер дешево. Вот такие жвачки. Ментос. Ментос. Блин, и кетчуп лагерный. Все, вот это вот и пакет. 303 гривны. Ну, конечно, 120 гривен обошлось масло. Эх, так и живем. Если вы живете где-то в селе под Киевом, я вам очень рекомендую, если вы занимаетесь еще свининой или чем-то там еще, мясом каким-то, привозите в Киев, создавайте какую-то группу в Фейсбуке или в Телеграме, в Вайбере. Я вам просто не могу передать, насколько плохое мясо продается в магазинах. В принципе, можете и нас порадовать, и сами заработать. Вот реально, я вот заходила в мясной, супер такой крутой, раньше был такой большой мясной. Там мясо настолько все обветренное лежит, просто оно черное. Вот. Нет нормального сала, нет нормального мяса. Я понимаю, что да, держать тоже, как бы скот не очень дешево, и много труда уходит, это я прекрасно знаю, у меня бабушка занималась тоже свиньми, и я знаю, как и убирают за ними, чем кормить и все такое. Имейте в виду, если вы где-то под Киевом в селе со своей землей, и на этой земле вы что-то еще выращиваете, вот, то, конечно же, не везите сюда. Везите, потому что вот у нас стоят вообще просто столиками, бабушки приезжают, ну вот прям под Киева, буквально тут пешком пройти можно, они продают. Ну, их тут просто очень много, продают много чего, и картошку, разные эти вот букеты для соления огурцов и всего остального. То есть, в принципе, вот мясо, недостаточно мяса. Я понимаю, что там нужны проверки и все такое, возможно, получится как-то сдавать куда-то. Короче, хотела вам просто сказать, что у нас не хватает мяса на районе, вот серьезно. Просто оно очень голимое. Я не рискую покупать. Но курицу сегодня купила, вроде неплохая. Но курица сама по себе, она вонючая. Понятное дело, что это не домашнее. Так, у меня тут вот коробка, то, что приезжала. Фух, я сейчас ее буду разгребать, перебирать. И, короче, сложу заново коробку целую. Отправлю девочке в помощь. И тут будут и детские вещи. Еще свою косметику положу. И мои женские вещи тоже. Отправлю, соберу коробочку. Юрку попрошу потом отнести на новую почту. Это у меня полностью коробка на продажу идет вещи. Там у меня все детские я сложила, которые у меня есть. Владику на вырост. Вот. И вот та коробочка тоже на продажу. А здесь у меня детские, которые нужно девчонкам отдать. Вот. Передаю эстафету, как я обещала. Спасибо, что помогли. Много из чего мы выросли, поэтому передаю дальше. Вот такую посылочку я и собрала. Здесь косметику положила, вещи детские, памперсы, соски.
Вот, и женские вещи, одежда. У нее еще две дочки, поэтому там старшенькие. Думаю, пригодятся на вырост. На следующий день. Всем привет. И мы идем пить кофе, отправлять огромную посылку. Вот то, что вчера я собрала, девочки. Вот, Юрка бедный, ну, вроде тащит, слушайте. Просто идти 3 километра примерно, или 2,5. Сейчас выпьем кофе и потопаем. Мы еще хотим в торговый центр. Я так давно не была в торговом центре никаком. В район идем. Там Юрка, видите его, вон там стоит, говорит, если ты будешь останавливаться, снимать какие-то цветочки, я не буду с тобой разговаривать, потому что тяжело. А я остановилась снять алычу. Обожаю алычу. Ой, я так много. Болтачу, Юра говорит. Алычу, болтачу. Ой, господи. Идем, идем, топаем, все. Не за что буду догонять, ты не тормози. Малыша одела сегодня. Мама костюмчик дарила. Такой, знаете, комбинезончик, человечек, как он там называется. Классный. Такой плюшевый, беленький. Он заснул моментально. Только в коляску положили. Заснул. Очень. Девочки, пока учусь. Ну, смотрите, 14 градусов. Надела там человечек такой, ну, тепленький, хлопковый. И вот такой вот плюшевый человечек. Вот такой мамулька дарила, такой прикольный. Ну и на всякий случай взяла, конечно, шапочку, хотя здесь шапочкой сделан капюшончик, очень прикольно. И пледик взяла. Все, отправили. Сейчас на этот, на свой страх и риск пытаемся все-таки дойти до ТЦ, потому что назревает дождь. Дождь. Наш-то проснулся. Как раз вчера в то же время спал, столько же, прям как график какой-то. Ну, хотя еще рано для графика. Вот, ну, я отмечаю в приложении, сходятся кое-какие моменты. Скажи, неудачно приехали, да? Как раз тревога. Владик уже нервничать начинает. Ну все, это последний раз мы идем в ТЦ, да? Последний раз. Так, ребята, и живем. Никуда толком не сходить. До сих пор уже сколько? Больше полчаса, да? Угу. Да. Ну, скоро час будет примерно, как мы сидим, ждем. Просто мы столько прошли, домой сейчас возвращаться. Ну, и дождь на улице идет, вон, Юра, под зонтом. Малыш, ну, уже заснул на ручка. Короче, вот такие дела. Сирена звучит, конечно, очень страшно. Зашла в Waikiki, вот такие рубашки длинные, типа рубашка-платье, просто рубашка-накидка, мне очень нравится. Подобный состав вроде бы натуральный, 439 гривен. Красота. Короче, я ее, наверное, возьму, тут 46 размер стоит, ну, дешевле, 330 гривен примерно, а 42 почти 400. Вот, возьму, наверное, 46, пойду примерю. Вот такая длинная, огромная будет. Ну, я, в принципе, такую хотела. Сейчас расскажу, почему. Мамка пришла в магазин. Так, вот эта одежка, это как дополнение ко многому другому, что у меня есть в шкафу. Вот такую длинную рубашку я хотела. Можно и шорты короткие надеть, не стесняться. Ну, сейчас примерю. Она такая свободная-свободная будет. Короче, такая вот она свободная, можно скини надеть, шорты, юбку. И мне нравится то, что здесь такой вот вырез, плюс еще не обработанный край. Вот. Ну, хлопок, по-моему, да, 100% должен быть. И цвет еще такой приятный зеленый сейчас. Да, 100% хлопок идет. Она такая свободная и легкая. И под каблук прикольно, под поясок можно. Ну вот, такая базовая вещь. Матрас, конечно, Юра скажет.
Мне нравится. Девчоночки, я еще зашла в Сенсей, и кто хочет пальто уже сейчас купить по хорошей цене, там есть варианты. Я была вообще в маленьком Сенсей у нас в районе, и я не знаю, открыт ли самый большой там Сенсей, по-моему, в Скайморе. Посмотрите, узнайте информацию, потому что вот такое вот пальто, например, стоит там 400-500 гривен. Это сейчас как раз на осень можно купить, будет выгодно, потому что осенью брать, вы знаете, цены сумасшедшие. Вот такое, например, 559, почему бы не взять. На ощупь, кстати, не супер стекло, я вам скажу, носить можно. Бывает, знаете, такое прям аж скрипит, но здесь нет. Вот это, кстати, интересно, я в прошлом году, по-моему, его видела, смотрела. Цена тоже приятная. И вот такие вот короткие куртки тоже по желанию можете приобрести уже на осень. 500 гривен примерно с копейками стоят. Так что обратите внимание, есть варианты и по акции. Вот 459 гривен, такое вот в клеточку, почему бы не взять. Он такое классическое, знаете, удлиненное, чуть ниже колена. Стюрка зашли в Миду. В Миду обувь посмотреть. Короче, пара мужских, 1800 и выше. Вот такие цены. Это дизайн ужасный просто. Это село-селом. В Узине такие продаются. Извините, кто с Узина. Можно обратиться? У всех, кто одевает такой дизайн, лохи, по мнению моей жены. Юра бесится, короче, кричит на меня. Да никто ничего не кричит. Такие тоже лохи одевают? Или это может быть стильные? Мне вот такие вот нравятся. Вот такие вот нравятся. Вот такие вот нравятся. А Юре вот такие нравятся. Вот с такой подошвой. А что с подошвой не так? Тыщу. Вот такие Юрки понравились. Сеточка. А вот этих он тоже тут покупал. Всю зиму проходил. Страшно. Не, ну прикольно. Качество хорошее, правда. Есть какое-то платьечко 959 гривен. Такая парашютная ткань. Ужас просто. Она же скрипит. Фу. И пошив ужасный. Вот эти вот гантели очень прикольные по форме. Мало места занимают. Вот эти 0,5, 259 гривен стоят. А вот эти стоят подороже, скорее всего. Девочки, забрала я эрго-рюкзак. Смотрите, классный такой. Заказала. Вот, эти памперсы. Салфетки купила, любимые Хаггис. Они водные, то есть никаких добавок нет. Вонючих ароматизаторов. И Юрки все-таки, да, купили. Да, может, покажу, какие кеды. Взял он себе. Ну, а рюкзачком я очень довольна. Завтра, наверное, уже попробую, поеду к Ама. Он выспался, понимаете, на улице, сколько мы гуляли сейчас. Сейчас требует внимания. Требует походить, посмотреть все, чтобы я ему рассказала, где что. Он любит такое. Вот, но я здесь одной рукой пытаюсь сделать. Котлетки. Как раз фарш купили, я разделила, и вот оставила сейчас котлеты сделать. И вот такой срач у меня на плите. Рис варится, ужасный рис, ненавижу его просто. Я уже промывала его, короче, ну, доварю сейчас. Рис с овощами и суп харчо из АТБ. Ребята, вот такая вот херня, ой, фигня получилась, вы подавите. Мы сейчас украсим, и все будет нормально. Это ужас.